Уважаемые труженики металлургической отрасли, примите искренние поздравления с профессиональным праздником. В это непростое время в одном можно быть уверенным наверняка. Металл был и остается важным фактором экономического развития многих отраслей, так как нет материалов, способных полностью заменить его. Поэтому труд металлурга всегда будет востребованным и почетным. А достижение наших предприятий в оснащении производства позволит при стабилизации рынка вывести отечественную металлургию на более высокий уровень. С днем металлурга! Крепкого здоровья, оптимизма и благополучия в семьях!